Добрый день, уважаемые рыболовы. Сегодня я хочу вам рассказать про такую снасть. Она называется киевлянка. Вот из чего она состоит. Значит, получается мешочек, грузило. Грузило здесь 95 грамм, это как раз на речку. Дальше через вертлюжок идет противозакручиватель, отвод. Сюда цепляется поводочек, ну и все. Значит, теперь мы ее будем делать. Перво-наперво, значит, давайте начнем с мешочка. Для мешочка берется сеточка с мелкой ячеечкой. Значит, эта сетка, она имеет такое свойство закручиваться. Для того, чтобы она не закручивалась, я первоначально беру ее, прогладил утюгом. И дальше нарезаю отрезки 7 на 13 сантиметров. Значит, складываю пополам и начинаем ее вешать. Ну, у нас, чтобы время не тратить, у меня есть такая уже готовая. Значит, дошел я до конца. Значит, до конца сеточки. Дальше вставляется грузик. Вставляем грузик и начинаем его тоже обшивать. Грузик, желательно вот такой вот, чтобы он был такой вот юбочкой. Чтобы было за что его цеплять. Дальше это дело можно немножко подпалить. Она оплавливается, эта сетка. Все, вытаскиваем ее, выворачиваем наизнанку. Вот получился наш мешочек. Дальше берется веревочка. И пропускаем через две ячейки идет. Видно, что они там?
в стиле. Отрезаем лишнее. Завязываем обыкновенным узлом. Ну, точно, смотри, тоже ее маленько припалить. Так, все, мешочек у нас готов. Значит, мы теперь мы делаем вот такие, значит, отводики. Отводы можно сделать или металлические, вот такие вот, вот они, металлические отводы. Или есть пластмассовые, продаются такие пластмассовые отводы, можно тоже сделать пластмассовые. Это кому как нравится, кому кто как получится. Значит, берется проволока мягкая. Значит, 35 сантиметров я брал, складывается пополам. Делается скрутка. Дальше берется обыкновенное шило. И на шило начинаю ее накручивать. Так, отвод готов. Теперь это самое беру где-то 0,8-1 миллиметр нержавейки и делаю само основание. Значит, делаю вначале петельку. Теперь разноцветные вкладыши, это получается термоусадка. Вот она бывает разных цветов, разной толщины. Значит, я беру, например, красную, ставлю ее наверх. Теперь надо поставить бисер. Значит, вначале ставлю большой, затем мелкие. Зачем две штуки бисера? Они играют своего рода роль подшипников, чтобы наш отводик хорошо прокручивался. Теперь ставим отвод. Дальше опять бисер. Затем крупные. И вкладыш.
Теперь надо сделать защелку. Значит, мы смотрим, какой она у нас сама должна быть длины. Ну, приблизительно сантиметра два, наверное. Делаем саму защелку. Значит, теперь для того, чтобы вот эти наши вкладыши они были, ну, не бегали по это по самой основе, здесь, чтобы закрыть само крепление этого мы его прижигаем. Ну, когда прижигаешь, получается немножко некрасиво, потому что идет нагар. Это лучше делать, конечно, или над паром, или в горячей воде. Вот такая получается штука. Дальше одевается наша сеточка. Закрывается защелка. Вот, в принципе, и все. Теперь на вот этот отвод цепляется, значит, это петля в петлю поводок сантиметров 40-50 с тонкой леской, где-то 0,14-0,15 леска, 0,16, и маленький крючок. Вот вам готова снасть на тарань, на карася. Перед тем, как вязать поводок, можно поставить резинку. Так называется фидергам. Фидергам, как таковой, он дорогой. И, в принципе, его можно заменить обыкновенной, вот такой обыкновенной резинкой, круглого сечения. В принципе, она себя оправдывает. Значит, она продается в галантерейных магазинах, стоит копейки. Делается две петелечки. И цепляется этот фидергам непосредственно к нашей снасти. Получается, что все вот эти подтяжки крупной рыбы этот фидергам он гасит. И вот сюда, перед тем, как цеплять поводок, цепляется наш фидергам. А потом уже идет поводок. Вот такая получается конструкция. Вот и все.